Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве Главного следственного управления Центрального аппарата СК. Это сегодня рассказал глава Следственного комитета во время посещения Гумсельмаша. Иван Носкевич прокомментировал ход расследования. Что касается самого Тихановского, я полагаю, что в ближайшее время мы ему уже предъявим окончательное обвинение. Будут проведены следственные действия, направленные на окончание расследования. И ну, если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, а я думаю, что так и будет, то до конца месяца уголовное дело тоже будет передано прокурору для решения вопроса о передаче его в суд. Глава Следственного комитета напомнил, что некоторые фигуранты, проходящие по делу, уже под стражей. Некоторые объявлены в розыск, поскольку находятся за пределами страны. Тем фигурантам, которые задержаны, будет предъявлено обвинение в течение месяца. После этого будет приниматься решение о завершении расследования уголовного дела.